все, меня зовут Наталь, и сегодня у нас праздник, который называется День национальных блюд. Чтобы приготовить это блюдо, вам нужно рис, конечно, да? И Божья помощь. Я из Туниса. Сегодня я приготовил традиционные блюда, называется кускус. Там нужен кускус, мясо или курица, много овощей, как лук, чеснок, кабачок и картофель, и много времени, много любви. Приятного аппетита вам. Это блюдо называется острая курица. Что нужно? Курица, лук, чеснок, черный, белый чили и сучанский чили. И это вкусное и классическое. Я приехал из Мьянмы. Сегодня я готовлю наши национальные блюда. По-русски, кашлёрки, по-немецки, молоё. Сначала мы мешаем, разрывает муха, сет бадует и чуть-чуть сахар. And abaddon gelat kashlyotki is varied red karachi bhaji sladkaya blyuda sevnaya namaskaya blyuda по-немецки моинга. Из чего его готовят? Это рисовая лапша с рыбой. Еще яйца, лук, еще другие. Здравствуйте, меня зовут Эрман, я из Конго. Сегодня я готовлю для вас манка. Ну, называется манка, это на по-русски, в наш языком это фуфу, называется фуфу. Здравствуйте, меня зовут Александра. Сегодня мы готовили национальное славянское блюдо, это блины. В пасмурную погоду нам особо не хватает тепла, поэтому блины у нас ассоциируются с солнцем, потому что они круглые и желтые. Это драники, белорусская национальная, готовятся они из картошки, которая очень мелко натирается, фарша, тут куриный, лук и еще там некоторые ингредиенты, типа соли, перца черного и всякого такого. Едят это со сметаной или с удовольствием. Это котлеты папоротника. Если вам кажется, что они подгорели, вам не кажется. Вот так надо. Из чего они готовятся? Здесь куриный фарш, лук, внутри находится сыр со сливочным маслом смешанный, вот поэтому должно быть очень вкусно, когда будете кушать. Вот, и сверху, то есть они просто снаружи сухари. То есть папоротник, по-русски это папоротник. Вот, это такой цветок, который по легенде одаривает его владельца тайнами мира и ясновидения. Наши котлеты так не могут, вот, но что они могут подарить вам незабываемые ощущения и вкус. В общем, ну что ж, приятного аппетита, или, как говорится по-белорусски, смачна есть. Здравствуйте, я приготовила белорусское национальное блюдо. Это бабка, готовится на стертой картошке, лука и сала. Приятного аппетита.